У праздника довольно большая предыстория. Нынешняя дата появилась в 1962 году, когда в Советском Союзе был учрежден День советской милиции. Его приурочили к 10 ноября. Именно в этот день, в 1917 году, было подписано постановление о создании рабочей милиции. В торжестве на площади приняли участие сотрудники не только полиции, но и Росгвардии, казаки, юнармейцы. Было немало и ветеранов. Как сказал глава Сочи Алексей Копайгородский, во многом благодаря сотрудникам правоохранительных органов, курорщикам, считается одним из самых безопасных городов России. Многочисленные событийные мероприятия, которые проходят на курорте 12 месяцев в году, постоянно демонстрируют высокий уровень вашей профессиональной подготовки. Вы способны выполнять самые трудные и ответственные задачи. Это пресечение нарушений общественного порядка, предотвращение террористических актов, экстремистских проявлений и задержание опасных преступников. Во время праздника отличившимся сотрудникам МВД были вручены награды, знаки почета, благодарственные грамоты главы Сочи. Младший лейтенант полиции.